Руководство Приднестровья сообщает о предотвращении теракта. По версии силовиков из Тирасполя, целью был руководитель региона Вадим Красносельский. На левом берегу считают, что теракт подготовили сотрудники украинских спецслужб. Есть задержанные. Официальный Кишинев заявляет, что не владеет информацией о предполагаемом теракте. Теракт, по версии силовиков из Тирасполя, готовился с целью покушения на высших должностных лиц региона, в том числе на Вадима Красносельского. Для проведения операции, по их мнению, планировалось использовать автомобиль, начиненный взрывчаткой, которая должна была детонировать в оживленном районе Тирасполя. Место, где должен был быть совершен террористический акт, опять-таки свидетельствует о том, что расчет был на, во-первых, на устранение первых лиц государства, о чем уже было сказано. Кроме того, может быть, не в меньшей мере расчет был и на большое количество жертв, поскольку террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя, в том месте, где предполагалось большое скопление граждан. Официальный Тирасполь квалифицирует готовящееся покушение как подготовку к теракту. Однако в Бюро по реинтеграции Молдовы сообщили, что не владеют информацией о покушении на тираспольского лидера Вадима Красносельского. «У нас нет такой информации. Компетентные органы расследуют ситуацию. Мы настоятельно просим получать информацию из официальных и надежных источников». Премьер-министр Дарин Ричан также заявил, что власти Кишинева не располагают информацией, подтверждающей подготовку теракта на левом берегу Днестра. «У нас нет подтверждений. Важно, чтобы в Республике Молдова была стабильная ситуация, мир, стабильность в регионе. Бюро по реинтеграции удавалось поддерживать на левом берегу Днестра мир и стабильность. Опасности эскалации, каких-либо проблем в этой сфере нет». Посольство Украины в Молдове на запрос портала newsmaker.md заявило, что не комментирует сообщение о предполагаемом теракте в Приднестровье. «Мы не комментируем данное сообщение, следим за ситуацией, рекомендуем обращать внимание на информацию от официальных источников». Служба безопасности Украины инцидент в Приднестровье назвала срежиссированной Кремлем провокацией. Любые заявления представителей так называемого Министерства государственной безопасности фейковой Приднестровской Народной Республики по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. В СБУ также заявили, что ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется Россия.